Привет всем! Это запись АСМР. Несколько моих друзей прослушали ее, просмотрели, и она понравилась всем. Потом они рассказывали мне о своих ощущениях. И у каждого ощущения были свои. Но все говорили об очень приятном, удивительном эффекте. Я расскажу вам сейчас о сне, который мне недавно приснился. Мне недавно приснился этот сон. Приятный и расслабляющий сон. Во сне я увидел картинки, которые сделали мой сон еще более глубоким, еще более спокойным. И я хорошо запомнил эти приятные ощущения, которые прокатывались по всему телу. И когда днем я вспоминаю эти ощущения, становится легко и приятно, все заботы отступают, и в душе ощущается легкость. А сон мой был такой, как будто я лежу в кровати, а рядом мой маленький котенок, который спит рядом и тихо мурлыкает. И вот в моем сне котенок решил поближе ко мне перебраться. Он перелез ко мне на одеяло и улегся сзади меня и стал нажимать своими лапками мне на спину. Ну, как котята обычно это делают. Сначала котенок вытягивает одну лапку и упирается ею. Потом вытягивает другую лапку и упирается другой лапкой. Вы могли видеть, как это делают котята. И так попеременно. То одной лапкой упирается, то другой лапкой упирается. Все котята привыкают так делать, когда еще сосут молоко у своей мамы-кошки. Они как будто сами массируют соски кошки, и молоко от этого лучше выделяется. Котята как будто доят для себя молоко, и сразу молоко в рот к ним попадает. И если вы вспомните эту картинку, то увидите, что котятам это нравится. Котята даже зажмуриваются от удовольствия, потому что на животе у мамы им тепло, и они сосут молоко своей мамы. Кошки маме тоже приятно. Кошка мамы часто мурлыкает от удовольствия при этом. Вот так. И вот представьте, в моем сне мой котенок тоже развалился рядышком со мной. И, наверное, вспоминает об этом. И тоже от удовольствия мурлыкает. И лапками мне на спину нажимает. Как будто массаж мне делает. И мне тоже приятно стало. И вот представьте, я лежал на боку. И котенок лапками упирался сзади мне в спину. Я ощутил приятное тепло в спине, где котенок нажимал лапу, и тепло стало разливаться в моей спине, и с каждым мур-мур становилось теплее и теплее. И потом эта теплота потихоньку стала переходить в легкие мурашечки. Приятно ощущать эти мурашечки. И может быть вам знакомо это ощущение. Вы можете представить себе мурашечки. И может быть вы раньше уже ощущали, как мурашечки.
заметные мурашечки в том месте, где котенок нажимал лапкой. И мурашечки появляются не при каждом нажатии лапкой, а вот так. Несколько раз котенок нажимает лапкой, и просто становится приятно от его лапок. А потом котенок нажимает лапкой, и вдруг появляются легкие мурашечки. И представляете, мурашечки, они как бы разбегаются от его лапок по моей спине. Но недалеко разбегаются мурашечки, а рядышком с лапками. И потом опять, я чувствую просто теплые лапки котенка. Просто тепло. Мне так понравились эти ощущения. И я стал к ним прислушиваться. Сначала я подумал, что эти мурашечки бегут по спине от коготков котенка. Но я подумал, что он нажимает мне на спину своей лапкой и слегка задевает спину коготками своими. И получается, что котенок как будто тихонько поцарапывает вам спину. И от этого появляются мурашечки. Но потом мне показалось, что это не так. Мне показалось, что мурашечки бегут по спине не от коготков. Просто котенок двигает лапками, и лапки как бы шуршат по моей спине. Шур-шур. Шур-шур. И это очень приятно. И представляете, потом, через несколько минут, эти мурашечки стали захватывать все большую часть спины. И они приятными волнами поднимались по коже, по позвоночнику, по шее. Как бы волна мурашек прокатывается по спине. От поясницы вверх. Волна мурашек проходит от поясницы и идет вверх между лопатками. И поднимается еще выше к затылку. И это было несколько раз. И потом вдруг я ощутил, что моя кровать начала слегка покачиваться. И мне стало сниться, как будто я лежу в лодке. И эта лодка раскачивается на легких, приятных волнах. И от этого покачивания все мое тело расслабилось еще больше. Расслабилось лицо, и нос, и рот, и губы. И дышать стало легко, и я стал дышать так, как будто хорошо и крепко сплю. И мне стало сниться, что это летняя ночь, и моя лодка привязана у причала. И вокруг тихо, и никого нет. Вокруг тепло, и слышно, как легкие волны плещутся о борт лодки. И волны все убаюкивали и убаюкивали меня. И в ночном небе были видны звездочки, много звездочек. Одни звездочки светили хорошо, их хорошо было видно, а другие звездочки светили слабее, и эти звездочки мигали. Я стал смотреть на одну звездочку, которая мигает. Я просто выбрал эту звездочку, которая мне понравилась. И она как будто мне подмигивала. И как будто она что-то хотела мне сказать. Я стал пытаться понять, что говорит мне эта звездочка. Видишь?
что звездочка стала ярче мигать. Наверное, это она обрадовалась моему ответу. Следующих видео АСМР я расскажу вам что-то другое.